На стадионе «Политех» прошел товарищеский футбольный матч ветеранов сборных «Махачкалы» и «Буйнакска». Яркое спортивное событие посвятили 70-летию первой игры между этими командами. В матче принял участие спикер республиканского парламента Хизришек Саидов, ветераны дагестанского футбола, известные спортсмены и политики. Яркие подробности у Гаджимурада Зиудинова. Не стареют душой ветераны. По таким девизам прошел матч ветеранов Махачкалы и Буйнакска. Впервые соперники сыграли еще в 1949-м. Позже товарищеские встречи стали традиционными. На поле газона стадиона «Политех» известные политики, спортсмены и легендарные футболисты махачкалинского «Динамо». В составе хозяев надежно сыграл олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов. В атаке солировал спикер республиканского парламента Хизриш Шихсаидов. Ощущение, душа молодая, а иногда некоторые части тела подводят. А в целом нормально. Самое важное здесь и то, что люди, которые не виделись давно, не встречались, увидели друг друга, радуются этим встречам, общаются по-человечески. Ну, молодцы организаторы, что вот такие игры проводят. Поэтому это надо продолжать, это надо развивать, это надо всячески поддерживать. Переполненные трибуны поддерживали как могли, ну а команды отвечали острыми контратаками. Правда, в реализации удачливее оказались футболисты «Буйнакска». Счет открыл форвард гостей Набид Арсланов. Во втором тайме Будум Будунов сравнял счет, но затем гости забили еще дважды. Равновесие восстановил все тот же Будунов, однако в этот вечер гости были неудержимы. Хет-трик на счету Дарсланова. Также в составе гостей забили Залимхан Зиевдинов, Мурат Халитов и Абдул Сулейманов. У махачкалинцев пенальти реализовал Александр Маркаров, которому, кстати, в этот день исполнилось 69. Александр Маркаров! Красивым голом в матче корифеев дагестанского футбола отметился экс-махачкалинский динамовец Мурза Мурзаев. Итоговый счет ветеранского противостояния Махачкалы и Буйнакска 4-6. Казалось бы, что 4 проиграли, а должны были 8-6 выиграть. Но это футбол, поэтому в данной ситуации главная задача не футбол поиграть, а просто пообщаться. Я думаю, это важный момент. Я очень рад, что Хизриш Исаевич посетил это мероприятие, и дети много с ним сфотографировались, родители подходили, разных возрастов люди, потому что это очень хорошая и значимая вещь. Иногда просто поступками, можно сказать, дисциплинируют население. Нам главное было хорошую игру показать и встретиться с друзьями. Ну, так получилось. Мы не за счетом не гонялись, получилось, как получилось. Это вот давняя традиция, мы играем. Ветеранские турниры, часто встречаемся с этими ребятами. Сегодня получилась хорошая игра, эмоциональная, много голов, нравится зрителям, все прекрасно. В матче ветеранов за хозяев сыграли звезды дагестанского футбола. Одни только имена чего стоят. Вячеслав Легкий, Алик Алиев, Карен Удунян, Магомед Хабиб Курбанов, Шамиль Лахьялов и Михаил Маркаров. В честь юбилея товарищеских встреч Махачкалы и Буйнакска организаторы наградили участников памятными сертификатами, а юбилярам года текущего вручили диплом. Гаджимурад Зиудинов, Саид Кутиев, Ирасхан Мисриханов и Тимур Лимаев. Время новостей.